Хай, братухи, всем салют. Короче, с корешем едем за мотоциклом. Будем покупать мотак. Сегодня погода прям вообще такая летная. Дожди нахерачат. Просто жесть. Но ничего. Вроде как примета хорошая, да, Сань? Ну что, ребята, сейчас по приезду посмотрим. Сейчас нам ехать где-то соточку, 150 км. Так, все, что. Да, дождик начинается, серьезно, бля, Сань, как ехать-то обратно? Не знаю. Будем ждать, в гостинице там забудем. Это погодка, пацаны. Просто жесть. Дворники не успевают. Чистить. Как в такую погоду будем на мотоцикле ехать, Сань? Это просто, блин. Да, короче, дождик идет вовсю, блин. Но сейчас уже его нету, сейчас уже ништяк, просвет. Пацаны, такая херня. Вот, Саня, вот дай газу сейчас. Не, я сейчас. Во. Короче, едем, он газ нажимает, она буксует вообще. Тахометр до 5000. Это при условии то, что пятая скорость. Вон фура, смотри как. Воды видишь сколько? Да, воды вообще гоняют много. Форм хорошо, они тяжелые. Форм, да. Кстати, вот так вот можно коробку размандарить. Да. Когда встаешь, она постоянно все. Конечно, спокойненько. Короче, ребята, смотрите, там вообще жесть. Там дождина идет вообще сильная. Теперь ветер дует. А тут прям ветер дует. Ветрище прям дует. Ни хрена себе. Задувай, смотри. Туда дует, смотри, что только начинается. Не, смотри, блин, за фурой. Сносит фуру и вообще, блин. Жесть. Да не, Сань, нахер. Да не, Сань, пригоним, мы же отмороженные байкеры. Мы же ежатники, а ежатники, сам знаешь, они в любой мороз, в любой зной и мороз, в любой вьюгу заводит и свой ежак где-то. Пиздец, пацаны, град ебашит. Вон этот назад поехал, блин. Там же не было, блин, на. Смотри, главное, чтобы сзади, блядь, Сань. Я понял, блядь. Да, кстати, здесь нету грана. Да, такой ничего, блин, да. Бля, да, бля. Жестко. Всю машину, блин, побьет мне сейчас. В принципе, не должен я. Нихуя фору, бля, как бы скачу. Да ему похер вообще. Все, нет, Сань, грана. Этот, смотри, куда уехал, не понял. Давай еще, еще маленько тоже отъедь. На заправочку бы сейчас где-нибудь встать. Под навесик. Выйдем, Сань? Да, можно выйдем. Это, чайку попить. Все, братва, короче, погода ништяк. Нам фартит, Саньком. Все,
все, здесь вообще сухо. Вон туда, вон туда, там вообще жесть. Там вообще жестко. Такой вот вариантик. Ну, конечно, с вложениями по пластику вообще вот. Здесь, короче, мы это мелочи. По креплению тоже здесь вот. Короче, по пластику нужно вкидываться. По зеркалам еще плюс. Да. По расходникам тоже, по тормозам, по цепке. Короче, как-то так вот. Ну, посмотрим, что выберем. Пацаны, видите, блин, дождик идет, жесть. Ну, в принципе, движок работает нормально. Давление гаснет вообще быстро. Короче, как-то так вот. Ну что ты, Сань, скажешь? Саня думает. Да, Саня думает пока. Обратно. Обратнушку поедем. Обратно на мотоцикле. Да, ребята, сегодня вообще дождина идет, блин, жесткая. Везде дождь, везде абсолютно. Погода не мотоциклетная. Санек пошел за хавкой. Сейчас возьмет что-нибудь поесть. Сейчас посмотрим еще один мотак. И там уже решим, порешаем, что вообще стоит, не стоит. Короче, вот сидим, пьем чаек. Сань, ну что, сейчас будем смотреть мотак, короче. Под розовый фламинго сидим, да. Вот. Розовый фламинго. Розовый фламинго. Сейчас мотак посмотрим, короче, решим. Да, дождик еще прошел, не знаю, как что поедем. Дождик, да, погодка. Но она вроде как-никак уже более-менее. Сейчас, если что не так в мотаке, блядь, мы его оставим тут, короче. Да. Если в коробке что там, да, там да, перейти, да. Блядь. Тому мальчику еще позвоним, скажем, 80 ему предложим, блядь. Согласен, не согласен, короче. Ну там вообще был очень убитый весь мотор. Ну, там вообще, да. Ну, движок, кстати, там нормально так работает, тихо. Нет, движок заебись, мне понравился. Ну коробку не проверили. Там что дождик, там мы к нему приехали. Да, там неварик. Полностью, короче, лил, блядь. Вкладывать бабосиков туда надо еще прилично. По внешке, по резине, по расходникам. Цепь надо менять со звездами. Это только 12 косарей, бля. Короче, как-то так вот. Ну все, ребята, Санина мечта, наверное, исполнится. Рима, а это... В общем, такой вот мотик. Сейчас я посмотрел его. Прокатился, но не снял. Ну вот так вот сейчас сниму, как буду ехать обратно. Движок объем 1200. Yamaha XJR. Ну здесь, конечно, что-то не хватает. Здесь вот облицовочки. А так, в принципе, мы посмотрели. Вот дорогу, в принципе, можно целлофаном замотать, чтобы ничего нет. Да прям пакет одеть просто и все. Вот он говорил, видишь? Ну да, да, это на фиксатор. Просто отлетел у него и все. Вот такая вот, ребята. Что? Чай. Да? Короче, ребята, вот такой вот мотик читывает ловышки. 6. Ну короче, 8, что он? Ну, короче, ладно. 10. Мотоциклист и байкер. Ну все, парни. Купили Саньку.
литр. Какой? Литр 200. 1200 объем движка. Мощный мод. Блядь, после 400-ки вообще разница, скажем так, мягко говоря, не сравнить. Нихуя, бля, ускорение вообще. Извиняюсь за мат, но эмоции тут, конечно, меня переполняют. Ничего себе, это я еще не газую, вот на сантиметр выкручиваю ручку. Ну заебись, Сань! Давай езжай! Короче, пацаны, вот такая вот история! Это войдет в историю, это видео! Саньку, блин, первый мод после ежака, вы прикиньте, после ежака! У него был в Минск в начале, в детстве, он на нем прокатил, прокатался где-то месяц, и то так себе. Потом планетку в том году мы брали, вот ей, наверное, только год будет. И сейчас вот мы, пацаны, бля, ну это, блин... Прождали сегодня целый день, в час выехали, погоды, дожди были, но, блин, как вот фартануло все-таки с погодой, то, что уже просохло и под вечер. Да, ускорение, бля, вообще. Да, тут наклоняться бесполезно. Чисто городской мотоцикл. Ну, в принципе, не то, что городской, но по трассе валит. Бля, нихера себе ускорение. Да, ребята, литруха, конечно, мощная. Мощный аппарат. Надо привыкать, особенно до четвертой скорости, вообще там дурит до хера прям, чуть ли не встает на заднее. Чё, ребята, уже темнеет, блин. Дури здесь до хрена. Можно ездить лет 5, наверное. Лет 5, 100% можно ездить. Бля, все, дальше уже страшно, бля. Сегодня мне мотоцикл,
Yamaha UZF 1200. XJR, какой UZF? UZF. Вот, короче. Я очень рад. Так выпьем за то. Да, давай выпьем, короче, за то. Чтобы этот мотоцикл был безотказный, как проститутка, и был надежный, как Советский Союз. Давай. 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 Короче, пацаны, вот так сидим, пьем этот фиёк. Такой, с этой, как сказать? С пенкой. С пенкой. Кофе. Огонь. Ну, короче, вот так вот взяли, пригнали, да? Нормальный мотик оказался. Коробку проверил. Уже основательно на трассе, когда уже домой, ну, погнали. И все. Короче, нормалёк. Пацаны, скоро будут покатушки. Все, всем пока. Всем удачных выходных.